Всем привет! Говорим о работе программы SystemBug. Вот Андрей Овчаров мне прислал, значит, файлик, где пишет, что если вот этот файлик установить вот по этому адресу и поменять на существующий там, то, по крайней мере, ну, загрузочное меню будет на английском языке. А когда вы зайдете в программу, то все будет, скажем так, на русском языке. Вот этот адрес, который он дал. Где он находится? Вот, ну что, теперь, значит, зайдем на рабочий стол, SystemBug. Файлик от Андрея Овчарова. Мы его копируем. Открываем в новой вкладке вот этого дружочка. User. Share. И ищем нашу любимую программу SystemBug. Вот она. Заходим в языки. Ну что, удаляем вот этот вот. И вставляем вот этот. От Андрея Овчарова. Запустим программу SystemBug. Заведем user. Снова пойдем в менюшку. Русский. Так, тут все нормально. Ну, на всякий случай. Так, зайдем user. Теперь, значит, создание лиф вот новый по рекомендации Андрея Овчарова. Пока там идет вся эта запись. Итак, образ создан. Ну теперь давайте проверим, как работает образ от Андрея Овчарова. Итак, включаем нашу коробочку. Идем в настройки. И только что мы делаем, мы заменяем носители на новый носитель. У нас новый носитель вот этот. Запускаем. Ну и трепетом ждем результата. Ну, первое. Меню действительно, как Андрей и писал, на английском языке. Нажимаем Enter. Итак, я сворачиваю все это дело. Значит, ну что я скажу? Вот посмотрите. Значит, практически мы записали с русским меню. Единственное, мы записали программу SystemBug. Там внутри все программа была на русском языке. Ну да, единственный был вот недостаточек. Входное, как говорится, меню было на английском. Но все-таки это были не кракозябры. Вот хочу вас именно вот на это вот нацелить. Что не кракозябры. Вот, нормальное, когда входите в SystemBug, нормальное меню, как говорится, вам на русском языке. И пользуйтесь им, как говорится, на здоровье. Поблагодарить Андрея. И, значит, вот, посмотрите. Значит, вот файлик Андрея. Вот, показываю всем. Вот я беру, сжимаю его семерку Z, теперь, значит, иду вот сюда, и иду на свою кладовочку на Меге.
из своей кладовочки на Меге я иду в Linux программы. И вот при вас я делаю, значит, папочку. System.bug. Нажимаю создать. Вот эта папочка. И вот при вас я в нее загружаю файлик от Андрея Овчарова. Все, теперь любой человек сможет. 10 килобайт, он копеечный. Может его, значит, посмотреть и установить к себе. Значит, как попасть? Пожалуйста, значит, у меня, значит, теперь есть сайт. Не блог, а сайт. И вот на сайте, значит, имеется, пожалуйста, Мега. Вот, попадаете на Мегу. С Меги идете ко мне в программы. Попадаете в System.bug, скачиваете вот этот файлик. Вот и все, он скачан. Сохраняете его и, как говорится, пользуйтесь в свое удовольствие. В инструкции Андрей подробно написал, как и что сделать. Поэтому, значит, я еще раз благодарю Андрея за вот такой вот хороший файлик. Ну, а думаю, русскоязычные люди уж как-нибудь допустят, чтобы меню было все-таки на английском языке, а не на каких-то там квадратиках, там, в общем, на тарабарском языке. Все, желаю всем всяческих успехов, удач и до новых встреч!